для всех наших украинских братьев и сестер. Это большая привилегия для нас быть вместе со всеми вами. Благословение вам! С праздником Пасхи! Это праздник, самый важный праздник для нас, верующих, для христиан. Марка 16 глава написано, что женщины встали рано утром, и в первый день недели они пришли ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен». И ангел сказал женщинам пойти и сказать ученикам и всем, что Иисус воскрес. И если бы Иисус не воскрес из мертвых, наша вера не имела бы никакой силы. Но Он воскрес из мертвых. И ту же самую жизнь воскресения, которая была у Иисуса, имеем вы и я, как верующие люди. В Римлянах 10 главе 9 стихе сказано, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Сказано, что нужно веровать в то, что Бог воскресил Его из мертвых. Верите ли вы в это? Когда вы празднуете этот праздник, кушайте, веселитесь, радуйтесь со своей семьей, но празднуйте прежде Иисуса, ту жизнь, которую Он подарил нам. С праздником Пасхи, дорогие наши украинские друзья! Я хочу повторить то, чем поделился мой муж. Та же самая жизнь воскресения пребывает в вас. Это значит, что когда вы молитесь или ходатайствуете за что-то, всегда помните, что все, что выглядит мертвым, оживает, когда вы вдыхаете жизнь. И это жизнь Иисуса, которую вы приносите в эти ситуации. И там будет воскресение. Все, что выглядит безнадежным, когда вы молитесь, вы вдыхаете надежду. Его надежду в каждую ситуацию. Ободритесь, потому что Дух Святой пребывает в вас и наполняет ваши молитвы силой. Позвольте мне помолиться за вас. Отец, я молюсь, чтобы Твое благословение пребывало на Твоих сыновьях и дочерях, Господь. Мы верим в Тебя, мы верим в новую жизнь, мы принимаем Твою жизнь. Благослови их, помажь их. Пусть Твое благоволение идет впереди каждого из них. Во имя Иисуса. Аминь. Счастливой Пасхи! Счастливой Пасхи, друзья!